Ты главное не спеши. Еще раз хорошенько подумай, что нужно сказать. Карточка наша есть? Пополнение мобильного. Пакетик. Не подсказывай! Жене своей ночью будешь подсказывать. Человек учится. Давай сначала. А сколько можно ждать? Столько, сколько нужно. Давай. У меня сегодня первый день. У меня что, не получается? Так, успокоилась. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох. Да сколько это может продолжаться? Сколько надо, урод. Что? Что? А ну быстро несите жалобную книгу. Зачем тебе жалобная книга? Сейчас я разбежалась, аж ветер поднялся. Я напишу, что в этом магазине работают одни хамки. Какие хамки? Ты говнюк. Ты кого хамка? Не сдерживай меня, я сейчас тебе... Выдыхай! Ты только что человека чуть не убил. Несите жалобную книгу. И что ты там будешь писать? На кого ты будешь жаловаться? А? Это книга жалоб и предложений. Я хотел предложить. Предлагай. Я запомню. Пап, я писать хочу. Извините, пожалуйста, я беру все свои слова назад, я был неправ. То-то же. Обслужите, пожалуйста, нас побыстрее, ребенок в туалет хочет. Ну ладно, ребеночку-то поможем, чтоб папа потом не говорил, что тут одни хамки работают. Ну-ка, свали отсюда. Ой, сейчас, Йос, по-быстрому. Ну, что нужно сказать тете, как я говорил? Наконец-то эта жирная корова начала работать. Ты у меня сейчас прямо здесь обоссышься. Там в конце зала есть туалет. О, спасибо вам большое. Давай, давай. В туалет он пошел. А золотой ключик-то вот он. Так, женщины, пожалуйста, можно побыстрее это все провести? Я очень опаздываю, честно. Мчу, как огненный шар. Не, ну я серьезно говорю, у меня свидание. Успеешь. Куда ты ее пробивать, а спросить, что надо? Пакетик? Не подсказывай! Что сегодня, день суфлера, что ли? Я не понимаю. Я опаздываю, реально. Давай, пробей это шампанское. Мужик, ну в чем там заминка? Да тут реально какая-то черепаха возится. Что ты сказал? Охрана! Что? Ты слышал, что он сказал? Что ты сказал? Сейчас махач будет. Ну... Черепаха. И что? Господи, ну земноводная с панцирем, 8 букв. А, по горизонтали. Ну да. Спасибо. А ты все крокодил да крокодил. Ну давай. Продолжим? Пробей ему это шампанское. Пожалуйста, побыстрее, можно это... Холодно. Айсберг. Не пробивается. Тогда вручную вводи код. Я продиктую. 1. На клавиатуре ищи. Молодец. 2. Это рядом с единичкой. Не слева, а справа. Молодец. 3. Просто со свистом пошла. 4. А сейчас, внимание, изменение алгоритма. 6.
Но все равно пятерку наложила. Ну как можно быть такой тупой? Где вас таких набирают? Ты вообще, мужик, что лезешь домой хлеб? Извините. Давай заново вводи. Код-то запомнила? Господи, да что ж тут запоминать-то? 1, 2, 3, 4, 6! Да что ты лезешь все время? Я реально спешу! Товар не обнаружено. Ты где это взял, а? Блин, угадайте, где это взял? Ты здесь загадки пришел загадывать. Извините. Как душно, меня сейчас стошнит. Пакетик надо? Господи. Что началось? Что так можно? Ну потом на кассе пробью. И мою пробьешь. Я пустой. Так, я понять не могу, почему в обеденное время в этом супермаркете работает только одна касса, где остальные продавщицы? Обедают, прикинь. Свободная касса. На! Я тебе запомнила. Ты его запомнила? Пожалуйста, можно побыстрее? Я очень спешу. Пакет брать будете? Нет. Карточка наша есть? Нету. Пополнение счета? Не надо. Тогда какого черта ты сюда приперся, а? Леточка, я на обед, надоели все. Отдыхайте, Марина Францевна. Видала, профессионал. А так можно? Тебе нет, ей да. Она на пенсию завтра уходит. Блин. Уходит легенда. Тетя, там закрыто. Конечно, закрыто. А что нужно сказать тете, чтобы получить золотой ключик? Сам справлюсь, корова жирная. Вот сейчас я тебя вообще запомнила. Ты опять со своими штучками? Молодец. Пожалуйста, можно побыстрее? Пробей мне эти бананы. Вот, пожалуйста, бананы. Что? Он бананы не взвесил. Без бананов. Шоколадка. Шоколадка. Это не тебе, пробей ее. Молодец. А теперь переверни. Так все, и без шоколадки тоже. Да, шоколадка мне как раз нужна была. Ты вообще на случку хочешь попасть или нет? Просто пробейте мне вот это. Ты чего ржешь? Ты что, призиков никогда не видела? Так близко нет. Я так и думала. Взяла их в руку. Взяла в руку. Я сказала, взяла в руку и пробила. Ты что? Ты что, дура? Зачем мне теперь пробитые презервативы? Так, все, успокойся, на, мои возьми. Такие же самые, только размер XXXXL. Ничего, на вырост тебе будут. Хотя вряд ли у тебя там что-то вырастет. Лифчики себе на вырост покупать будете, понятно? Что? Я понять не могу, почему я из этой кассы не могу уйти уже целых 15 минут? А я 15 лет, прикинь? Да мне пофиг! Я не позволю, чтобы какие-то две клуши лишали меня секса! Сейчас он тебя будет прямо здесь и сейчас. Спокойно, женщина. Иди сюда. Женщина, сюда, уговорите, иди, женщина. Я сказал. Сюда. Вот она, баба-гений. Это она эту схему придумала.
Идем, покажу. От меня еще никто не уходил. Обслужите беременную женщину, в конце концов. А откуда я знаю, что ты беременная? А по мне что, не видно? А по мне, может, тоже видно. Но я-то не беременная. Может, ты просто жирная, как корова. Что? Ну точно, вон и йогурт взяла жирный, 9%. Пробей ей этот жирный коровий йогурт. Товар не обнаружен. Где ты же такое читала? Не заморачивайся. Иди вер... Ты что, его выпила уже, что ли? Да. Давай, возвращай товар. Как я, по-вашему, должна это сделать? Пакетик надо? Фу! Что вы тут продаете? Извините, дядя, во всем виновата вот эта жирная корова. Вот сейчас я тебя вообще запомнила, коротышка! Всем стоять, это ограбление! Охрана! Что? Ограбление! А, нападение с целью наживы, ограбление, спасибо! Они бабки, быстро! Пакетик надо? Надо! И бабки гони! Куда ты пробивать его? А спросить? Ограбление! Ну и что, что ограбление? У нас такое почти каждый день. Это троещина, детка. Что, из-за какого-то придурка с пистиком весь алгоритм менять? Карточка наша есть? Вот. Нет. Оформить желаете? Нет. Пополнение мобильного? Нет. Наклеечки на кастрюльке собираете? Нет. Про акции наши знаете? Да ты прирожденная кассирша. Ну что, ты поняла, что главное в нашей профессии? Продать пакетик. Не продать, а задолбать.